с вами встретились на студенческой весне. Последний раз нас этот праздник радовал 2 года назад. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех наших студентов за то, что вы действительно так же активные, как всегда, потому что наш университет отличается от многих вузов нашей республики, в целом страны, своей активностью во многих направлениях, в том числе в творчестве. Вы самые лучшие, мы в этом уверены, и я больше чем убежден, что вот это движение, начатое 50 лет назад в нашей республике, зиждется именно на нашем университете в том числе, потому что вы могучая сила. Я вас уверяю, что наш университет вам будет поддерживать это движение «Студенческая весна», он будет поддерживать все творческие и спортивные начинания наших студентов, наших преподавателей. Я очень сильно надеюсь, что вы все активно включитесь в эту работу. Еще раз говорю, как это было всегда. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы подвели итоги фестиваля «Студенческая весна». Сегодня все факультеты были награждены дипломами лауреатов в общекомандном зачете, либо дипломами в номинациях. А неспроста этот день был выбран руководством и самими студентами был поддержан 1 июня. Все-таки мы педагогический университет, и для чего мы учимся? Чтобы пойти в школы, чтобы нести доброе, светлое детям. Поэтому мы совместили 2 праздника. Это праздник студентов, фестиваль «Студенческая весна», и праздник детский. То есть мы подарили праздник детям и сами себе. В этом году прошел такой гала-концерт своеобразный в интересном новом формате. Это сцена на площади Акмулын. Место, излюбленное студентами, поэтому, я думаю, это было необычно, это было интересно, это было комфортно студентам на свежем воздухе. Наконец-то мы встретились вот такой, наверное, компанией после длительного и затяжного такого перерыва. Диплом Гран-при фестиваля «Студенческая весна» 2021 и звание абсолютного победителя вручается Институту филологического образования и межкультурной коммуникации!